7:54. Доброго вам утра. Сейчас расскажем о том событии, ради которого мы вышли на улицу и встречаем здесь очаровательных гостей. Все дело в том, что 15 октября, уже совсем скоро, с 14:00 на острове Татышев пройдут соревнования под названием «Летающий пес». Я бы хотел сказать «Летающие псы», но организаторы остановились именно на том названии, которое произнес я в первую очередь. Веста Подьячева, инструктор, и Арина Кайл, участник соревнований со своими питомцами. Доброе утро. Здравствуйте. Утро. У нас сегодня, да, две породы. Это норвич-терьер, вот этот мохнатый малыш в бабочке, и бордер-колли, собака, которая известна по многочисленным фильмам, обладает прыгучестью, да, ловкостью, сноровкой, ну и неугомонным характером. Расскажите, что будет, что за летающие псы? Что значит летающие, да. Значит, на соревнованиях будет 4 номинации. Так. Они будут ловить летающие диски, да, тарелочки, летающий ролл по полу, мячики и пуллеры. Пуллеры, чтобы вы понимали, многие, это такое кольцо, сейчас очень популярное среди владельцев собак. Но они ловят их прям в полете, то есть она реально подпрыгивает, или она дождется, пока тарелка упадет, и спокойненько ее принесет? Нет, основная задача — поймать как раз-таки, то есть летящий либо катящийся предмет. Вот так вот. То есть, если охотники стреляют из ружей по пролетающим тарелкам, то собаки в данном случае эти тарелки ловят на более низкой высоте и получают дополнительные баллы. Ну а какая собака окажется самой лучшей, которая поймает больше всех тарелок в воздухе? Понятно, что эти могут прыгнуть выше меня даже, как мне видится. А вот с малышами что будете делать? Малыш пойдет в первый раз участвовать, он пойдет ловить мячик. Вот, но прыгающий, его возможности в прыжке тоже достаточно большие, то есть он тоже может ловить тарелку. Давайте будем демонстрировать. Да, прежде чем мы начнем, один раз увидеть. Для кого это мероприятие? Быстренько скажем. Для всех владельцев, у кого есть четвероногие друзья, которые хотят поучаствовать, регистрация еще идет. Вот, она действительно. Где идет регистрация? 13 числа. Скажите сразу. Нужно отправить заявочку на электронную почту, правда. И добро пожаловать. Ну, мы адрес скажем, да, вы потом поделитесь с нами. Либо, чтобы... телефону. Все, либо по номеру телефона, который начинается... О, у нас уже началось представление. Давайте я вам помогу. Давай. Придержать надо. Вот это да. Вот это да. Обойди. Сюда. Давай скорей. Не дает тарелке коснуться земли. Вот что значит... Ух ты! Слушайте, ну вот этот навык присущ только этой породе, или все-таки у них инстинктивно это вот с самого рождения можно их раз, или вы учили? Навыки обучаются, то есть, с любой собакой, но эта порода более специфичная. Также специфична для этого вида спорта бельгийская овчарка. Вы дрессировали же, я правильно понимаю, специально? То есть просто так с собакой не придешь. Собака обыкновенная, вряд ли... Поймет, что это как делать. Это как мужик за вкусный кусок мяса готов многое сделать. Вот, смотри. Слушайте. Ты ж кривляка какая, а? Сколько у вас ушло времени на тренировку? На самом деле, артист цирка сегодня у нас Веста, представитель именно этой профессии. Как давно дрессируете собаку? Вот сколько уже потребовалось около 10 времени, лет, чтобы... с данной, то есть собака, это 5 лет обучения. Йова у нас молодая спортсменка. Она тоже это все умеет? Или да, еще конечно. Дадим возможность. Йове? Да. Да, с удовольствием. Надо снять тогда поводок, конечно. Будет, да? И, видимо, переодеть надо, потому что они не смогут быть такое. Вдвоем. Иди сюда. Не-не-не, смогут. Нет? Да. Смогут? Мы сейчас немножко покажем вам синхронных вещей. Про. Малыш завидует, сидеть, что его не пускают еще и хочет тоже. Стыдно. Стыдно. Стыдно называется. Стыдно. Это вот... Супер. Хорошо. Молодцы. Когда женщина говорит своему мужику, стыдно? Бах. Обалдеть. Бах. Бах. Это потрясающе просто. Сидеть? Бэк. Бэк? 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 Хорошо. Клик. Клик. Йося. Ну, хорошее было пальто у вас. Мне кажется, можно бесконечно на это все смотреть. И ни минуту, ни две, ни пять. Я бы так и час посмотрела на это представление, если честно.
Если вы хотите стать свидетелями подобных, казалось бы, на первый взгляд, легких команд, то приходите 15 октября с 14:00 на остров Татышев. Ну, наверное, дадим возможность малышу чего-нибудь сделать. Получится, нет? Мячик? Мячик? Есть у вас? Да? Так. Где? Где веста? У тебя? У вас нет мячика. Нету мячика. Ну, не беда. Приходите с 2 часов дня, 15 октября, и смотрите, наблюдайте за всеми происходящими. А тарелку он не будет ловить? Нет? Он будет котящуюся тарелку ловить. То есть он еще малыш, он еще не очень умеет. Понимает, что нужно делать. В таких прыжке надо учиться бабушку. Она... Спасибо большое за то, что вы сегодня к нам пришли. Веста Подъячева и Арина Кайл. Заявки принимаются по электронной почте, которую мы вам расскажем чуточку позже. А номер телефона мы тоже не помним, да? 8-923-334-71-11 и электронная почта не нужна. Звоните, оставляйте заявки и приходите смотреть на всю эту красоту. Ну и последний вброс желто-красных тарелок. Щух! Раз! А тебе, малыш, желтую. Иди сюда. Ёва, пойди. Ёва, пойди. Да нет, так не пойдет. Пойди. Опа! Сразу видно, кто опытный. Кто мама, а кто дочь. Авторитет. Да, кстати, это родственники. Мать и дочь. На этом все. Спасибо за то, что пришли. Продолжается прямой эфир нашей программы.